Дженнифер Энистон, 51. День рождения она отметила откровенной фотосессией. А на «Оскаре 2020» не появилась. Брэд Питт остался в одиночестве, без бывших жен Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон. И даже боевая подруга Марго Робби куда-то пропала на дорожке. Ее интересовали парни помоложе. С днем рождения Энистон поздравил еще один бывший муж Джастин Теру. Вот что написал: «С днем рождения, Б». Поздравил так поздравил, откликнулись в сети. Может, он имел в виду бэйби или блондинка, например. Hey, I'm sorry. У продюсера Джона Питерса нет приличных слов для Памелы Андерсон. Только недавно пара поженилась в Малибу. 20 января 2020-го. Памела любит красивые даты, а потому объявила о расставании 02.02.2020-го. Ну, эффектно же. Питерс перед свадьбой оплатил долги Пэм почти $200,000 и обновил ей гардероб. Теперь у него примерно такое состояние. Но это уже оперная дива Анна Нетребко уснула на полу. Просьба ее не будить. Как можно разбудить так, чтобы наверняка опубликовала Светлана Лобода? Света! Я люблю тебя! Света! Я люблю тебя, Света! 76-летний гитарист Rolling Stones Кит Ричардс объявил, он бросил курить. Обрадовала новость, что Кит вообще жив. Все эти многие считали иначе. Кит и Игги Поп вас всех переживут, ответили знающие люди. В подтверждение 73-летний музыкант Игги Поп впервые за долгое время появился на публике в элегантном сером костюме.